Но, тем не менее, до берега я все же добрался. Осталось поймать трофей. Между прочим, здесь действует немного непонятный для меня закон. Если ловишь рыбу с помощью поплавочной или донной удочки, то никакое разрешение не требуется. А вот для всего остального нужно приобретать лицензию. Чем нахлост или спиннинг провинился, непонятно. Правда, лицензия недорогая, всего 5 евро за неделю, то есть, ну, где-то около 40 рублей в сутки. Главное было бы за что, была бы рыба. А солнце, тем не менее, уже близится к горизонту. Пора возвращаться на яхту, а то прыгать в темноте по камням как-то не очень хочется. Но красиво-то как? Нереально. Нахлыстовый трофей в Финляндии.